Когда же мы наконец разъедемся? Что здесь делают ваши трусы? Нет, я вас спрашиваю, почему оставляете свои личные вещи в общей стиральной машине? Вы что-нибудь можете сделать по-человечески? Я тебя спрашиваю! Это мой любимый лифчик, чтобы глаза мои вас не видели. Куда вы пошли? Я еще не договорила. Можно я открою дверь? Да. Спасибо. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Две небольших комнаты, но очень уютные. В комнате Сергея Владимировича всегда очень солнечно. Простите великодушно. Прошу вас. Можно было убрать? А если вы уже посмотрели, обратите внимание, вот эта комната Маргариты Евгеньевны, там, во-первых, всегда очень чисто и аккуратно, а во-вторых, окна выходят во двор. А, да, и двор очень тихий, и зеленый, поэтому очень много свежего воздуха. Прошу вас, вот это у нас кухня. Вот видите, она очень большая, просторная, два входа, что очень удобно. Просторная прихожая и очень тихий подъезд. Ну, собственно говоря, вот вы все и видели. А что у вас в углу? Потолки протекают? Да нет, что вы, рост... Нет, это только во время дождя. Вода где-то там скапливается. За неделю высыхает, да? Не слушайте, пожалуйста, моего бывшего супруга. Просто давно не было ремонта, надо отштукатурить, вот и все. Спасибо. Я думаю, мы увидели все, что хотели. Мы подумаем. Да. И обязательно с вами свяжемся. Спасибо, мы будем ждать. Спасибо, будем ждать. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Симпатичные ребята. Вот кто вас за язык тянул про эти дожди? Вы хотите, чтобы мы вообще никогда не продали эту квартиру? Я не могу врать людям. А я видеть вас не могу. Спасибо. Здоровья. Любимая блузка и два лифчика в чудовищных разводах, потому что кто-то забыл достать свои вещи из стиральной машины. Да мужики вообще свиньи. Здрасте. Здрасте. Танечка, что-то ты зачастила. Вот, полюбуйся. Да у тебя руки хоть куда. Ну ты же знаешь, я сейчас в активном поиске. И нам, девушкам незамужним, нужно следить за собой. Пилим. Пилим? Правильный у тебя подход, Танечка. Не то, что у некоторых. А ты вот, Рита, сидишь и никого не ищешь? Ну, кого мне искать-то? У меня этот сосед. Вот разъедемся, может быть, тогда. Сколько ты намерена еще тянуть с этим разъездом? Ведь невозможно же так жить. Ну, вчера приходили покупатели. Сказали, будут думать. Надо ждать. А вы бы еще цену повыше задрали и ждали. Да за эти деньги не то, что малогабаритную двушку. Трешку с видом на Кремль купить можно. Ну, ты загнула трешку с видом на Кремль. Нам надо две однокомнатные квартиры, вот и все. А люди, между прочим, и комнатами довольствуются. Или квартирами в пригороде. Если правда разъехаться хотят.
Алло? А, да, Рита. Когда вы хотели постричься? Между двумя и тремя? Да, у меня есть перерыв, есть. Да, приходите в 14:30, у меня будет полчаса. Да, непременно вас постригу. А ты что здесь делаешь? Передовик производства. О, привет. Привет. Да, отпросился сегодня пораньше с работы. Вот, думаю, отремонтирую нашу антилопу. Ты вот эту развалюху еще ракетой назови. Ну, а что, сейчас отремонтирую и полетит. А вы, ты что сюда пришла-то? Да за грибами. Чего пришла? За грибами. Если ты еще не все съел, Кулибин. Нужны мне твои банки. Мне жизнь дороже. Что тебе дороже? Жизнь? Да. Ты смотри, я пересчитаю. О! Взлетел. Туся, даже не думай на меня смотреть. У тебя хозяин есть, пусть он тебя и кормит. О, сейчас чаечку хлебнешь и наешься. Ну вот пьет человек чай и пьет. Ну что ты привязалась? Может быть, я мечтаю, чтобы этот человек пил чай на другой кухне. Мечтать не вредно. Господи, господи, хоть бы эту квартиру быстрее купили. Слушайте, может быть, вы все-таки согласитесь на коммуналку? А почему я должен переезжать из одной коммуналки в другую? Я подожду отдельную квартиру. Понятно. Я не тороплюсь. Понятно. Туська, гулять. Да как мои дела? Да как обычно. Сил моих больше нет. Ну, она поедом меня съедает, выживает из квартиры. А ты хочешь сегодня подъехать? Ну, давай так, подъезжай, я жду тебя. Все, жду. Целую. Да, дочь. Ну, видишь, какая ты молодец. Ты молодец, ты умница. Ты просто умница. Послушай, ну какая у нас может быть жизнь? Ты что, не знаешь? Ой. Если мы в ближайшее время не разъедемся, будут жертвы. Провод. Лучше бы ты поскорее приехала. Катя! Натопчешь! Здравствуйте. Здрасте. Ой, осторожно. Проходите, пожалуйста. А вы квартиру смотрите? Пойдемте. Проходите, пожалуйста. Проходите. Когда в районе подъезда свет появится. Свет вообще в коридоре не горит. Что это? Здрасте, хозяйка. Мы квартиру смотреть. Мам, ну что ты стесняешься? Ты проходи, проходи. Все-таки тебе. Можно так не орать? Господи, боже. Смотри, мам, тебе же держи. Ну, посмотрим, посмотрим, что у вас тут за дворец со всеми удобствами. Так, перегородки сами делали, да? Стоп. Может быть, вы предложите даме стул и снимете пальто хотя бы? Ничего, ничего. Я здесь... У нас недавно был косметический ремонт. Вот в этой комнате, например, поклеены новые обои, побелены потолки. А, я вижу, вижу, что косметический. Что за люди никогда ничего доделать до конца не могут? Вот так вот и живем мы, вот так вот. Косметически. Ну, вот все. Сынок, а крыша-то течет. Между прочим, одна. И жить она должна хорошо. Так что нам, хозяйка, еще поторговаться придется. Знаете что, много я не уступлю, не надейтесь. Ну, это мы посмотрим. Посмотрим. Ну, что? Бабушка, вы садитесь. Ой. Чего стоять-то? Ничего, я постою. Не, садитесь, в ногах, правда. Ничего не пойму. Ничего не понимаю. А-а-а!
Вставай. Руки убрали! Ну, мало не трогаем! Ты что, барбос? Ты мне маму чуть не покалечил. Ты против насилия во всех его проявлениях. Я кандидат. Господи. Ну? Ты кандидат сейчас на больничную койку в реанимации, ты понял? Я кандидат на уксилолог. Да мне все равно! Камила! А ну-ка! Взял свою маму и отпустил его! Я сейчас, ты знаешь как? Я сейчас и милицию, я сейчас и скорую, я все вызову, понял? Она может... Психи ненормальные. Мам, ну вставай. Мам, как ты? Мамочка, папа. Вот. Ты знаешь, что спину отпустила. Да. Никому не двигаться. Ну, давай сюда, я сказала. Психи какие-то. Иди. О, на борщетку свою забери. Рит, спасибо, ты мне жизнь спасла. Видеть тебя у вас не могу, кандидат. Катя. Катя. Мам, пап, вы что тут? Опять ссорились? На, мое солнышко. Угу. Спасибо. Здоровья. Вот доченька хорошая. Некоторых людей даже за стол пускать нельзя. Мама. А у некоторых такой хамский лексикон, что ты даже не понимаешь, чего от тебя хотят. Пап, ну вы же обещали, пожалуйста, ради меня. О, хорошо, доченька, ну ты понимаешь, есть такие вещи, которые молча совершенно невозможно терпеть. Вот невозможно молчать. Ну, конечно, Катюш, это же не про нашу маму. Чтобы она не сказала ни слова, да? Просто помолчала. Катенька, не слушай, пожалуйста, своего непутевого отца. Ну, то есть, доченька, у тебя отец не путевый, а мама у тебя очень путевая. Вообще-то я хотела вам кое-что сказать. Правда, в другой обстановке, но, видимо, не судьба. Не судьба, солнышко. Это когда 20 лет твоей жизни коту под хвост. У меня намечается одно важное событие. Тебе повышают зарплату. Да ты что? Ну, не все же меряется деньгами. Возможно, ребенок на пороге открытия научного. Научного открытия. Пожалуйста, не смеши тебе. Научное открытие, это очень смешно. Доченька, ты же знаешь, я закончила мед. Я хотела быть врачом, лечить деток. А мне пришлось идти работать в парикмахерской, потому что наш папа кандидат с великими открытиями. Не в состоянии заработать денег, вот и все. Доча, деньги не главное. Нормальные человеческие отношения куда важнее. А ты, кстати, перестань унижать меня в присутствии моей дочери. Не надо, пожалуйста, мне тыкать. Вы! Да хватит друг другу выкать. Ну хорошо, доченька, мы больше не будем. Человеческие отношения важнее. Девочка моя милая, я прошу тебя, не повторяй, пожалуйста, моих ошибок. Если в твоей жизни встретится вот такой же беспомощный человек, как наш папа, пожалуйста, разведись с ним еще до того, как выйдешь за него замуж. И читать за столом неприлично. Люби, котенок, и все приложится. Ага, конечно. Люби, доча, люби. Только не такого, как папу, хорошо? Хватит. Ну, что ты хотела сказать, дочка? Что у тебя? Что за событие? Котенок. Да ничего серьезного. Забудьте. Приятного аппетита. Спасибо. Мяч переходит сопернику. Опасная подача с правого фланга. Удар головой. Пролетает в считанных миллиметрах от штанги. Вот Тусечка, ну что это за женщины такие? Вот только о деньгах и думают, а? Тусечка. Я о деньгах думаю только раз в месяц, когда надо коммуналку платить. Да, пожалуйста, вот, это все, что у меня есть, а остальное зарплата. Понятно. Быстрый переход из головы в атаку нам. Когда мы разъедемся, у него будет звучать «Я люблю тебя, жизнь».
Почему я молодая и красивая должна все это терпеть, а? Между прочим, не одна живете. Пойдем, Пуська. Все оккупировалось здесь, мадам. Нет предела совершенству, нет предела совершенству и терпению. О, богиня, господи, какие мой. Люди ходят по нашему двору. Привет и пока. Опаздываю на работу, прости. Слушай, я знаю, знаю. Я непременно схожу с тобой в ресторан, как только у меня будет время. Пока. Ага. Ты скажи мне, Дуся, что же она у нас за человек такой, а? Ну ничего, сейчас работу найдем, я тебе вот такущий кусок мяса куплю, отпразднуем. Что это? Так. Ты смотри, какой стул, а, Дуся. Слушай, прям как у нас на кухне, а? Отличный стул мы с тобой нашли. Я не знаю, как работу, то есть, а стул мы с тобой уже нашли. Здравствуйте. А что это ты с ним в ресторан отказалась пойти? Ой, он такой мутный. Он тебя смотрит, как будто раздевает. А это кто-то новенький? Да, сосед. О, новый этап отношений с соседом. И он тебя уже в ресторан пригласил? Да нет. Это этот самый сосед по гаражу. Давнишний поклонник. А этот тебе чем не угодил? Ну, что, буду с каждым встречным поперечным в ресторан ходить? С ним что-то не так? Руки, ноги у мужика есть? Да есть вроде. Ну, а на все остальное можно и глаза закрыть в нашем-то возрасте, да? Вот, слушай опытных людей. Угу. А, Рита, а я тебе телефончик свой нацарапаю. А ты там соседям своим, старым, новым, кого увидишь, всем передавай. Я девушка красивая, пышногрудая, не замужем. Угу. Только не потеряй. Нет. Ну, я буду ждать звонка. Хорошо. Чао, крошки. Чао, чао. Ну, ты смотри, на нем еще сидеть и сидеть. Ха, да отлично. Ну вот ты и избавилась от одного из соседей. Теперь хоть этот сосед по гаражу больше докучать не будет. Ты думаешь, он ей подойдет? Да подойдет, не подойдет, какая разница? Ну, ну не с Серегой же ты ее собираешься знакомить. Хотя... От тебя всего можно ожидать. Слушай, это идея. Да, водителем я могу. Личный транспорт имеется, автомобиль «Москвич». Ну, почему не подходит? Да вы послушайте. Спасибо. Девушка, я прошу вас, я еще раз. Я в прошлом месяце хотела помочь.
И это вы называете зарплатой? Да в ресторане на чай больше оставляю. Слушайте, а почему вы мне хамите? Ах, вы мне советуете. Ну, так вот я и пойду работать в ресторан, все лучше, чем к вам. Все, да? Точно. Диктуйте адрес, я записываю. Бульвар Сахно, 15. Подъехать на встречу в 6. Да? Ну, конечно, конечно, могу. Да. А, солидно выглядит, но у меня есть выходной костюм. А, вы меня извините, мне сейчас не очень удобно говорить. Он потом перезвонил. Все доброго. Ну, актер-то из вас никудышный. Вы только что пытались сделать вид, что вы идете на свидание? А почему нет? Простите, сразу видно, что у вас нет никакой личной жизни. Да, кстати, вам просили передать кое-что. Возьмите, пожалуйста. Угу. Позовите даму на свидание. А что это я кого-то должен куда-то приглашать? А чтобы не надо было притворяться. Ага. А вот это уже не ваше дело, мадам. Считайте, что меня нет дома. Ушел на свидание. Алло, Катюня, солнце. Конечно, могу. Да. Мамуль, спуститесь с папой на минутку. Иду. Катюнька, Катенька, моя маленькая. Сонечка. Привет. Здравствуй. Привет. Это что за великое переселение? Я в командировку уезжаю, из квартиры съехала. Так, вещи все здесь, пусть у вас пока полежат. Хорошо. Да. Ой, забыла, Славик, иди сюда, я же вас не познакомила. Таксист? Здравствуйте, Славик. Слава, здравствуйте. Очень приятно. Чего же он таксист? Славик не таксист. Славик мой муж. Как? Чей муж? Мой муж, Славик. Какой муж? Ну вот так, Славик мой муж. Вещи пусть полежат, хорошо? Так, подойди-ка сюда поближе. Как твой муж? Ну вот это так, что? Мы просто иначе не смогли бы поехать в командировку вместе. Вы не смогли поехать в командировку? Да. А кто он? Он программист. Поэтому он будет работать вместе со мной. А почему мы знаем вот это? Ну, вот почему не по-людски? Тише. Катя! Как? Вот потому так, что я пыталась коробках вам сказать, но вы не хотели меня слушать. Да, ну ты же еще ребенок. Я опаздываю. Катя, маленькая, быстрее, моя. Аэропорт. Пожалуйста, Катя, позвони, когда ты уезжаешь, Катя! И смс, и самолет, что ты в самолете. Да! Все, не ссорьтесь, я вас люблю. Катюша! Единственное, что у нас есть. Пожалуйста, Катя! Катя, Катюша! Если что, сразу звони! Тут же! Господи, боже мой, что это такое? Все твое воспитание. Еще одно слово, и я тебя убью. Я просто тебя убью. Жаль, что домой не успели зайти. Я обожаю бывать дома. Только потом так грустно уезжать. Не представляю, что будет, если они продадут квартиру. А зачем ее продавать? Ты слышал что-нибудь о войне Алой и Белой Розы? Да, конечно. Хм. И что, так давно ссорятся? Ссорятся. И как говорит мой папа-филолог, еще колят друг друга шипами и поливают соком перезрелых обид. Ну, а я выступаю в роли миротворца. Понятно. Но знаешь, чем дольше они враждуют, тем меньше я верю в их желание расстаться друг с другом. Вот такие у меня сумасшедшие. Но самые лучшие в мире родители. Thank you.
Не, ну это как-то... Ой, как-то все странно. Даже представить себе не могу, что можно так с родителями. Ты понимаешь? Нет, как-то... Ну, прям не по-человечески. Мы же даже не отметили. Не познакомились даже? Ну, Катя всегда была своевольной. Своевольная не то слово. Хотя чему тут удивляться? Есть в кого. Да я не тебя ругаю. Иду. Добрый день. Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Дело в том, что я пришел за вещами, которые Катя здесь оставляла. Подождите, а что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто меня в аэропорту завернули. А, вот. А Катя? А Катя улетела, я ее потом догоню. А, понятно. Проходите, пожалуйста. Что вы стоите на пороге? Спасибо. Проходите. Спасибо. Проходите. А, простите, а можно вещи? Века, как, конечно. Да. Естественно. Спасибо. А конечно. Прошу прощения, можно еще? Я позвоню, а то у меня мобильный разрядился, и батарея совершенно не держит. Вот на полке, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Здрасте. Здравствуйте. Спасибо. Я буквально на минутку разобраться, где бы мне остановиться на пару дней. Угу. Вот, пожалуйста. А. Алло. Да, здоров, чувак. Слушай, я к тебе зависнуть на пару дней. А, Лиля в больнице. Ну, понятно, хорошо, держитесь. Черт. Ой, давай, тяжело, тяжело. Давай. Здорово. Слушай, можно у тебя зависнуть на пару дней, а? А, теща дома? Ну, понятно, ну ладно, держись. Все, давай еще до созвона. Черт, сейчас, секундочку. Черт, а где же он? Кажется, номер Толина остался в куртке. Вячеслав, я правильно понимаю, вам негде ночевать? Да. Рита, где у нас тут ближайшая гостиница? Как гостиница? Какая гостиница? Ну, может быть, вы у нас остановитесь? Да? Вы знаете, я думаю, что вот в комнате Сергея Владимировича вам будет удобно. Да? Ну да. То есть мне в гостиницу идти? Ну это как вы хотите. Ну, мне кажется, там неплохо. Ну, спасибо. Не, я не против. Что там? Я сейчас свое постельное заберу. Почему нет? Конечно, милости просим. Вы знаете, даже хорошо, что вы остались. Хоть я вас покормлю, пообщаемся. Спасибо большое. Ну что же мы как нелюди. Здравствуйте и сразу прощайте. Ешьте, пожалуйста, вот. Спасибо, спасибо. Вячеслав. М? Вы не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Угу. Ну, будет теперь хоть с кем пообщаться мне? Общение – третья потребность человека. Да. Да, Маргарита Евгеньевна? Ну что же, я думаю, что нам надо как-то отметить знакомство, правильно? А что в аэропорту случилось? Ой, простите, пожалуйста, у нас дома все падает, разрушается. Не обращайте внимания. Угу. Так что случилось? С паспортом развернули. А. Вот. Ну там никаких проблем, долго рассказывать. Ничего серьезного? Ничего, все, ну, все хорошо. Ой, слушайте, а что же я сижу, грибочки? Я же забыла про грибочки. Сейчас, секундочку. Ну что, Слава? Ну-ка, давайте-ка. Грибы – это самая лучшая закуска. А это я сама делала. Да. Домашненькие. Может быть, вам налить соляночки или вот грибочков? Нет, Маргарита Евгеньевна, спасибо. В вашем доме я всегда сыт. А, ну как скажете, Сергей Владимирович. Прошу вас. Ну прошу что? Вас, угощайтесь. Слава, давайте выпьем. За вас с Катюшей. За то, что вы у нас дома. За знакомство, Слава. Вы знаете, я не пью. Ну, тогда я, наверное, один выпью. За вас с Катей, за знакомство. Вы знаете, правильно, что не пьете. Все беды от алкоголя, я думаю.
Спасибо, Маргарита Евгеньевна. Спасибо, что дали мне познакомиться с зятем поближе. Вот за этот весь праздник. Огромное спасибо. Я... Не обращайте внимания, Славочка. Вы ешьте, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, что ты за демонстрацию с этим выпиванием устроил? Это я устроил. Это демонстративные выходы вот эти вот. Встал, вышел, общаться ему не с... А это демонстративное постоянное одергивание меня, как какие-то замечания, что я не сделаю, дверь у нас тут сломана. Я тебя одергивала, да я сейчас тебе суп предлагала и грибы, и между прочим. Ну когда ты мне предлагаешь? Только тогда, когда у нас кто-то в гостях. Знаешь, что я, по крайней мере, не пытаюсь завоевать авторитет дешевой водкой. А что же ты мне предлагала тогда, только когда у нас кто-то посторонний дома? Значит, извините, не надо с меня стерву делать! Я прошу прощения, а где у вас ванная? А, Славочка. Славочка. А, простите, дальше по коридору. Прямо и направо. Да, вот прям за шкафчиком. Спасибо. Славочка, а вам удобно в комнате Сергея Владимировича? Да, конечно, спасибо. Ну, здорово. Осторожней там с горячей водой, потому что... Хорошо. Сергей Владимирович никак не может кран починить. Там кипяток может слиться. Осторожно. Ну, вот уродская громадина, а. Катенька, солнышко, алло. Алло, да, девонь, да, моя любимая. Ты долетела? Ну, молодец. Слава, у нас. А нет, остался у нас. Да. Кать, ну как ты такое можешь говорить? Ну как он может нас стеснить, солнышко? Ну о чем ты говоришь? Дать ему трубку? Хорошо, непременно. Сейчас. А, Вячеслав! Вас к телефону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да-да. Рита, почему ты захватила лучшую, большую часть комнаты с диваном и окном? Ну, это же моя комната. Мы же договорились бросить жребий и монетку. Ну, это моя комната, мой диван, мое окно. Почему я должна уступать? Да потому что ты мою комнату заселила этого. Так, ты мужчина? И что? Иди на свою территорию, ладно? Не порти мне вечер. Прощайте, баба. Да, да. Похоже, соперники настроены решительно. Силы команд почти равны. А теперь перейдем к последним новостям. Сотрудник полиции пострадал от пьяного автомобилиста. Да, это очень интересная игра. Для обеих команд от исхода этой встречи зависит многое. Ну, давайте, Эл. Пообещай, что всегда будешь со мной. Рита, ты деградируешь как личность. Хуан Антонио, ты никогда не смотрела этой ерундистики. А теперь буду каждый день. Обещаю, Мирабелла, обещаю. Простите, у вас все в порядке? Что? Я говорю, у вас все в порядке. Шумно в подъезде. Вячеслав, а что вы делали в подъезде? Там соседи жалуются, пришли. А зачем ты впустил, я не понимаю. Рита, что ты кричишь? Иди и спроси их сама. Сейчас пойду и спрошу. Что за шум? Слава, не надо было открывать им дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это да. Вячеслав, вы бы шли в свою комнату, ладно? И не резали бы не свое дело. Хорошо. Извините. Прямо и налево. И дверь закройте, пожалуйста. А затем слова вот потом. Это была шикарная игра. Ричка. Рита, давай я тебе помогу. Ты мне поможешь? Ну да, ты здесь готовила, накрывала на стол, там собирала, я помою посуду. Ну хорошо, пожалуйста. А ты иди отдыхай. Ты что, правда, прям вот уберешься? Да, да. Ну, почему нет? Пожалуйста. Интересно, что не могу жене помочь, что ли? Бывшей. Бывшей, да. Знаешь, я вот не могу понять, почему он эту дверь-то открыл?
Но он же даже не спросил позволения. Это какая-то наглость все-таки. А, наверное, у них, у этого поколения, так принято. Так совать нос, куда их не просят. Нет, ну это же какая-то наглость, понимаешь? Вот я себе представила, что я полезла бы вот так к твоим родителям. Это же что же? А к твоим? Ой, ну это вообще ужас. Этот Славик наверняка от армии откосил. А вот если бы он в армии послужил, то его бы там жизни научили. Можно подумать, ты в армии служил. Смешно даже. Да, я не служил. Но я порядок знаю. А тебе теперь будет стыдно в глаза соседям смотреть. Ты обнаглел, что ли? Выйди отсюда. Ты чего? Выйди. А что, я тебя не видел, что ли? Выйди, я сказала. Дусечка, Дусечка, не бойся. Это же наша мама орёт. А чего она орёт, я понятия не имею. Так, где у нас тут кофеёчек? А вот и он. Чудесно, чудесно. Господи! Гос, что случилось? Да ничего, просто хотел кофе попить и вот стул сломался. А со скатертью что? Ну, хотел хоть за что-нибудь ухватиться, ну вот и получилось. Подождите. А что здесь делает этот стул? Я ведь его на помойку выкинула. Господи, мне только помоечника в доме не хватало. Вы, мадам, пожалуйста, выбирайте слова. Что значит помоечников? Этот стул вырос вместе со мной. Он член семьи. Как я могу выбрасывать члена семьи на помойку? Вам место рядом с этим стулом, на помойке. Да. Помоечник. Да как вы можете? Ну, ты кофе-то попил? Да, спасибо, попил. Угу. Что это за слова, помоечник? Да. Ну и семейка. Привет, Сесля. Здорово. Ой, поверочка. С утра это тело. Вообще просто. А ты что, не на работе? Так а я это... Да сократили меня, представляешь? Да ты что? Да, представляешь? Ну, бывает сейчас везде такое. А что, давно? Да уже как месяц. Только ты не говори никому. Не дай бог моя узнает. Таня, ну, о чем базар? Я ж понимаю. Конечно, не скажу. Спасибо. Ну ладно, я побежал. Давай, крепись. Слушай, у тебя работы для меня нет. Чего говоришь? Работы для меня нет у тебя? А, не, ну ты что? Какое время? Какая работа? Ну да, я понимаю. Ладно, давай. Спасибо, извини. Такое. Человечество само роет себе яму. Глобализация. Вот тебе, Туся, нужна глобализация? А? Нет. Мне она не нужна. Ну как это? Весь мир будет расплачиваться одинаковыми деньгами. Ну только нумизматы. Только нумизматы сохраняют вот эти осколки, частички культур, чтобы... Ты понимаешь меня, да? Чтобы передать это, просто передать безвозмездно своим потомкам, людям, которые в этом заинтересованы, которым это важно. Благодарный потомок. Пойдем, дело есть. Привет, слышишь меня? Привет, зайка, конечно, слышу. Как ты, как дела? Хорошо. Видишь? Ну и что? Да сидит в комнате, никуда не выходит. Только вот это вот возьмет, съедает и обратно в комнату. С квартирой что?
Слушай, ну я же обещал, что сам подберу квартиру. Главное, он съедает и то, что ты ему даешь, и вот это, а вид здоровый. Хорошо, расскажешь или потом? Есть один вариантик, тебе он точно понравится. Ха, как же нашел он вариант? Он из комнаты не выходит, как он варианты найдет? Да он врет, как дышит. Ну? И я по тебе скучаю. Я тебя очень жду. Приезжай. А ты что, ко мне пристраиваешься? Ты что, обнаглел вообще? Плохо, я... Время, у меня компьютер всегда будет включен. Давай, родница, пока. Давай, я люблю тебя. Девушка, возьмите букетик. Нет, спасибо. Дорого. Пожалуйста. Простите, а сколько у вас стоят вот эти сиреневые? 500? Сейчас, секундочку. Спасибо большое. Наш зятёк дорогой съезжать не собирается. Он даже не ищет вариант. Поздравляю. У тебя появился еще один сосед. Спасибо, до свидания. На здоровье, всего доброго. Ты о чем? Ну, раньше ты толдычила о своем бывшем супруге. Кстати, а букетик не от него? Если бы. Кто мне букетик подарит? У меня кругом одни соседи. Сама себе у метро купила. Стыд и позор. Не рассказывай никому, ладно? Кстати, а как у вас с разъездом? Здравствуйте. Ой, вы постричься? Проходите, пожалуйста. Не, ну дальше так продолжаться не может. Как? Да я про Славика говорю. А Славик-то тут при чем? Ну как при чем? Он никогда отсюда не уедет. Никогда! Что, предлагаешь его выгнать на улицу? Да при чем тут на улицу? Вон, у Алины Федоровны знакомый сдает квартиру. Дешево. Ну. Давай снимем, поставим его перед фактом. Вот и все. Не, ну надо... Поехать вначале самим посмотреть, а то Катька обидится. Ну, конечно, поедем, посмотрим. Фу, да господи. А что за рыбу ты жаришь такую вонючую? Не свежая? Почему не свежая? Нормальная рыба. Открой окно, дышать нечем. Что воняет? Ну, посмотри. Господи, гурман, убери отсюда, убери это отсюда. И давай я передничек постирай, на место повесь. Проветри, я не могу находиться в таком дыму. Не воняет. Вот это воняет. Да, добираться до этой квартиры, мягко говоря, не близко. Да ладно, 5 остановок на автобус. Всего. Остановок, да? 15 минут? Знаешь что, если бы ты папину машину починил, нам бы не пришлось полчаса на остановке стоять. Мы бы уже давно там были. А может, ну и нафиг эту квартиру? Ну, пусть они у нас поживут, а? Да ты что? Ну как у нас-то? Самостоятельная семья. Они должны жить отдельно. Вот если бы мне пришлось жить с твоими родителями, я бы сошла с ума. А с твоими? Еще хуже. Простите. А помнишь, когда мы комнату себе в общаге вывели? Ну, правда, каждый вечер кто-то заваливался ночевать, но мы же самостоятельно жили. Да хорошо жили вообще. Вот они будут жить самостоятельно, но в отдельной квартире, чтобы к ним никто не заваливался. Там, между прочим, микроволновка есть и стиральная машинка. Прекрасно. Разве в этом счастье? Ой. Плита, стиралка, микроволновка. Все здесь есть.
Балкон большой, санузел раздельный, 8 метров кухня. Проходите, смотрите. Спасибо. Спасибо большое. А хлам хозяева вывезут. Хорошо. По-моему, да. Что такого-то? Мы берем. Да. Тогда давайте оформим договор и уплатим за первый и последний месяц аренды. Я пойду с Туськой выйду. Угу. Фотки у тебя? Ну, конечно. Слава! Слава! Тусечка! У нас для вас сюрприз. Пошли гулять, девочка. Туська! Пошли гулять, девочка! Туся! Туська! Туська, иди сюда, пошли гулять! А Славы нет. Туськи нет. А где она? Наверное, лужу наделала где-нибудь, теперь прячется. Туся! Туся! Тусь! Туся! Ну-ка, иди сюда! Ну-ка, иди сюда! Господи! Что это, Тусенька, ты сюда лежишь? Тусенька, маленькая моя! Господи, ей плохо. Да ладно? Она еле дышит. У меня очень горячий нос. Я серьезно. Туся, что с тобой? Так, звони в ветклинику, звони скорее. Так у тебя в телефоне... Господи, сейчас. Там должна быть клиника Вет. Клиника Вет. Вот она. Вот, набираю. Ну. Господи, слава богу, не занята. Тусь. Алло, девушка, здравствуйте. Что? Вы знаете, у нас собака отравилась. Чем-то, видимо, рыбой. А вы не могли бы приехать? Как вы не выезжаете на дом? А что же нам делать? Заводи свою интернет-транзакцию, заводи! Почему рыбы? Это я не вам, девушка. Скажите, пожалуйста, до которого часа вы работаете? Круглосуточно? Спасибо большое, всего доброго. Потерпи, девочка, потерпи. Сейчас папа машину заведет. Потерпи, маленькая, потерпи. Господи, боже, ужас какой. Телега. Ты себя лучше пни. Я сколько раз тебе говорила, почини папину машину. Как она? Да ничего, вроде дышит. Так, держи, осторожно, очень аккуратно. Паш, пожалуйста, помоги. Машина не заводится, собаку надо отвезти в ветеринарку, что-то съела. Да, но я не спасатель нашего автодрома. Богиню можно спасти. Ну что? Как он тебя назвал? Богиня. А что? Не, ничего. Раритет. Не, ну, я могу спасибо, бросить Паша. Кобеля, чтобы прикурить? Она вообще бегает так. Угу. Резвая. А надо, чтобы ездила. Выручим соседей. Спасибо, Паша. Спасибо, Павел. Тусенька маленькая моя, господи, господи, она не дышит. Смотри на дорогу, ты сейчас нас всех угробишь, не только эту собаку несчастную. Господи, да что же она съела-то такое, а? Да что, рыбу твою тухлую съела. Не могла она от рыбы. Я эту рыбу сам ел. А ты себя видел? Кабан здоровый, ты гвозди перевариваешь. А это маленькая собачка. Девочка моя, терпи, маленькая моя. Ну вот уже приехали, ну что да ты тормозил? Я вижу, не кричи, ей только хуже становится. От чего, от моего крика? Не знаю. А может, от твоей рыбы? Какой я идиот, что не послушал тебя насчет этой дурацкой рыбы. Я убийца, ну, я хватит. Ее убил. Ну хватит, Сереж, ну какой ты убийца? Ну хватит себя винить уже. Убил, что ты хоронишь раньше времени? Сейчас выйдет доктор, и наверняка есть шанс, все будет хорошо. Она была такая живая, такая веселая. Доктор, Тусенька, маленькая. Вот. Спасибо вам большое, спасибо вам, доктор, спасибо. Ну что ж ты папу-то пугаешь? Ну что, животное мы, конечно, спасли, хоть это было нелегко. Может, кость заберете? Какую Зачем? Кость? Вот эту кость. Вид было в ней. Как? Странно. Я ее рыбой кормил. А я вообще не кормила. Никто ничем не кормил.
животное чуть не погибло. Спасибо. Спасибо, Дусик, спасибо. Солнышко. Спасибо. Всего доброго. Свидания. Откуда Костя? Пришел. Туська! Туська! Туська, ты где? Тусенька! Тусенька! Я тебе косточек принес, так как ты любишь. А ты спрашивала, вот. Откуда... Молодой человек, а вы знаете, что куриные кости собакам не дают? А что-то не так? Да не так. Ну, собаку как она подавилась, мы еле спасли ее. В горле прямо застряло, что, ну... Ну, вы думаете, что вы делаете? Хотя бы у нас бы спросили. Ну, извините. Так. Так. Мы нашли для вас квартиру. Угу. То есть, ну... 5 остановок всего на автобусе, меня. 15 минут езды. Извините, это из-за собаки? Да ну что вы, господи, да нет, вы не хотели. Просто вы отдельная семья. Хорошая квартира. Вот смотрите, вот квартира. 5 остановок от метро. 15 минут езды. На автобусе. Да. Хорошо, я понял, но вы знаете, я нашел вариантик получше. Вы посмотрите повнимательнее, да. Вы же даже не посмотрели. Смотрите, там раздельный санузел. Да. Стиральная машина, 15 минут езды. Извините, у меня телефон. О. Алло? Кредит дают? Какой кредит? Откуда я знаю? Значит, сегодня же я могу забрать деньги. Рит, зятёк-то твой, деловая колбаса. Ты спрашивал, когда он съезжает. Вот, наверное, он съезжает. Подожди. Караул. Почему? Понимаешь, что у него долги? Почему? Ну, потому что если кредит, значит долги. Интересно, Катя знает, что у него долги? Катя у нас девочка воспитанная. Деньги для нее не... Господи, я не могу этого слышать. А главное, я, кажется, знаю, чье это воспитание. Так, Рит, давай просто не будем ссориться. Да? Нам нужно понять, что нам делать с этой квартирой, которую мы для него сняли. Что нам делать с этой квартирой? А почему я тебе должна отвечать на вопрос, что нам делать с этой квартирой? Кто у нас мужчина? Забери залог и все. Ну, если залог не вернут, я могу поехать и пожить там с Туськой месяцок. Как-то продышусь, поработаю, почитаю, попишу. А почему это вдруг такие жертвы, я не понимаю? Вот объясни мне. Почему жертвы? Не знаю, ну, ну тебе же не нравится, что я живу в твоей комнате? Ну, конечно, мне это неприятно, это соседство. Ах, тебе неприятно? Ну, так мне я поеду и поживу там. Почему ты туда поедешь, поживу? А почему не я туда поеду, поживу? Стоп. Прекрасно, в отдельной квартире мне будет очень хорошо. А ты знаешь, что это неприлично? Вот так вот одинокая женщина в отдельной квартире даже звучит неприлично. Ты понимаешь это? И когда ты собиралась поставить меня в известность, что ты уезжаешь куда-то? А почему я должна тебя оставить в известность, что я куда-то уезжаю? Сейчас не поняла. Да потому что ты мать моей дочери. Что это было? Простите, я тут какую-то старинную вазу разбил. Молодой человек, то, что вы называете старинной вазой, было подарено нам с Маргаритой Евгеньевной на свадьбу. Чего? Ну, подожди, тебе же никогда не нравилась эта ваза. Ты говорил, что она верх безвкусицы. Да, но совершенно не важно, что я говорил. Просто она была дорога мне, как память. Ну, вы не убивайтесь так. Я ее обязательно склею, только на это уйдет немного времени. А чувства наши ты тоже склеишь, склейщик? Господи! Простите. Черт. Так, Рита, минуточку. Что? Значит так, больше так не будет. Как? Я требую немедленно вынести из моей комнаты все хрупкие вещи. Иначе этот слон неуклюжий. Он все там перебьет. Может, так не орать, ну, неловко перед человеком. Он все там перебьет. Господи, я не могу, это знак. Знак чего? Вот, держи. Слушай, это риэлтор. Алло, да. Да, здравствуйте. С чем поздравляете? Как нашелся покупатель? Что, действительно? Ой, спасибо большое. Ну, конечно, мы согласны. Да, мы непременно поедем, посмотрим. Да, вы...
Ой, спасибо вам большое. Спасибо, всего хорошего. Завтра непременно созвонимся, да? Да, согласуем время. Спасибо. Нашелся покупатель на нашу квартиру. Ну и что? Это не может быть. Она сама говорила, что это невозможно. Не, ну если ты не веришь, позвони ей. Позвони, спроси. Она подыскала нам уже два варианта равноценной квартиры недалеко от центра. Мы можем разъехаться, ты понимаешь? Хотел бы я увидеть этого, который покупает нашу квартиру. А мне все равно, кто покупает. А мне не все равно. Ой, наконец-то мы разъедемся. Ну и езжай. Поеду. Вот понадобилось им именно эта квартира. Хотя нужно скорее хвататься за это предложение и разъезжаться, пока они не передумали. Ну я просто боюсь, а вдруг они какие-нибудь аферисты? Ну какие аферисты? Просто людям срочно понадобилась квартира. Угу. Наша? Мы столько времени пытаемся ее продать, вдруг находится какой-то идиот. Держите голову вниз, пожалуйста. Пытается заплатить за нее в два раза больше. Вот и я говорю, идиот. Хватает же дураков на свете. Я просто боюсь жилье потерять, вот и все. Оплачивайте. А вы документы проверьте и сделку застрахуйте. Сейчас многие так делают. Сережа, Сереж, ты справку БТИ забыл, держи. Да? Да. Ну, теперь все эти документы в порядке? Ну, вроде да. Но надо быстрее совершать сделку, а то уйдет. Да? Да. С Богом. С Богом. Документы я отдал. Все. Теперь говорят, что нам надо ждать. Угу. Это мне? Да я из метро выходил, бабулька букетик продает, но я купил, чтобы ей помочь. Если тебе нравится, возьми себе, куда-нибудь поставь. А если нет, мы можем выкинуть. Да не, ну что-то спасибо. Так вот, говорю, нам теперь ждать надо. Да? Ты знаешь, я приготовила много, а Слава где-то ходит. Может быть, ты со мной поешь? Ну, я вообще не голоден. Ну, если ты настаиваешь, конечно, поем. Ну, давай тогда иди руки мой, я сейчас положу. Угу. Ага, хорошо. Чего я действительно? Так, у меня практически готова еще одна коробочка. Иди сюда со скотчем. Давай. Сейчас, подожди, еще стакан один, и все. Слушай, что-то я устал. Ну, устал, отдохни, я пособираю. Давай попьем кофейку. Ну, только если ты приготовишь свой фирменный. А то. А грамулечку? Нет. Кофе. Где-то у меня была корица. Ну, ой, господи. Рит, прости, вот не поверишь, не поверишь, прости. Вот прям сегодня собирался ее отремонтировать. Ну, честно. Да уже не надо, уже все, уже уезжаем отсюда. Да что тут крутить? Все равно все здесь останется. Сколько жизни прожито, да?
Да. Слушай, а помнишь, как мы с тобой эти полки покупали, привезли домой, и ты их долго-долго скручивал? А кто-то долго-долго их выбирал. Конечно. А когда я их повесил, ты сказал, не тот цвет, не мой. Так, конечно, не мой цвет, но посмотри. А в магазине сама их выбирала, сказала, вот эти темненькие. А ты что, не помнишь, как это было? Как? Ну, в магазине желтый свет. Ну, желтое освещение желтое. Они красиво смотрелись. А здесь от дневного света. Ну, посмотри. Я тебя сколько раз просила, Мариночка, за мост. Ну, хватит смеяться надо мной. Ну, что ты надо мной смеешься? Сама выбрала, а потом забраковала. Слушай, чем ты горела? Кофе! А? Кофе сбежал. Да что ж такое? Ты мне на ногу наступила. Извини, пожалуйста. Прости, извини. Пожалуйста. Ну, можно что быстрее? Да? Ага, да. Угу. Ну, все. Надо новый варить. Все. Стой, стой, стой. Зубно. Все, все, все. Готово. Ой. Держи. Ну, красавец. Да. Ну, так же лучше. Гораздо. Сколько я вам должен? Не расплатитесь, я боюсь. Да ладно. А может, я отработаю? Стрижешь меня? Стой. Стой. Стой-ка. Улыбайся. А он у тебя ничего. Ты думаешь? Странно. Почему ты никогда не упоминала об этом? Не знаю, нормальный. Слушай, я же тебе хотела показать зимние фотографии, помнишь? Да. Как я шепот сфотографировала. Это шикарно. Ну, давай, подожди. Ну, сейчас. Привет, соседушки. Привет. Что, со своим помирилась? Да. А что? А что, он уже работу нашел? В каком смысле? Ну, так он же месяц маялся в гараже без работы-то. А ты не знал? Нет. Ой, черт, я же не должен был говорить. Прости, сорвалось как-то. Понятно. Паш, знаешь, вообще-то не твое дело. Знаю. Прекрасно. Привет, Рит. Меня ждешь? Здорово. Здорово. А я, вот он. Пошли домой. Я что-то устал после работы. Устал? На работе? Да. Ой, надо же. Ну, иди отдохни. Пашенька, когда мы с тобой в ресторан-то идем? Ты когда захочешь. В какой? Да в любой. Прекрасно. Иди отдохни, умаял себе касатик. В пятницу 8 Виктории. Ну такое. Сори. Ты что, его в ресторан пригласил? Это он меня пригласил. Это неприлично. А что это за плащ у тебя такой? Какая разница? Тусечка, девочка, сейчас я тебя покормлю, сейчас маленькая, сейчас. Нет, ну не может быть, чтобы ничего не осталось. На, моя золотая. На, иди. Иди, Сапочка, на, ешь. Моя, на, Тусенька. Не надо, Тусенька. Фу, нельзя. Девочка, не ешь это мясо. Нельзя. Ты же не знаешь, как на это мясо зарабатывают. Что? Не надо унижать меня и собаку. Ясно? Пошли, Тусечка, погуляем лучше. Нам свежий воздух полезнее. Иди поработай. А вы идите в ваш жлобский ресторан. Пойду с удовольствием. На мясо заработайте себе. Рот закрой. Здравствуйте. Здравствуй, Сережа. Танечка. Ну, Танечка так Танечка. Алло. Это Танечка? Здравствуйте, Танечка. Это вас Сергей беспокоит. Мне ваш телефон Рита дала. Ага, да. Она сказала, что мы можем с вами познакомиться. А, вы не возражаете? Ну, прекрасно. Это прекрасно, Танечка. Thank you.
что, ты еще не передумал покупать? Тогда жди, я сейчас подъеду. Слушай, извини, но мы же так не договаривались. Почему-то денег мало. Не хочешь продавать? Не надо. На, забирай свое, гони деньги обратно. Нет, ну при чем тут это? Ну, просто в тот раз, тогда, ты же мне в два раза больше предлагал. Так в прошлый раз, тогда, тебе деньги меньше нужны были. Я все равно этого никогда не пойму. Куда вы такие жадные взялись на нашу голову? С тобой живем. Пожалуйста. Выбрали что-нибудь? Принесите мне, пожалуйста, какой-нибудь легкий салатик на ваш вкус. Хорошо. Ну ты даешь. За то время, что ты меню изучал, я бы уже его выучил наизусть. А ты даже салатик не выбрал. Паш, пойдем отсюда. Че? Пойдем, говорят, отсюда. Ты с ума зашла? Мы же только пришли. Мы здесь уже полчаса или даже больше. Понимаешь, сколько я усилий приложил, чтобы тебя хоть куда-нибудь вытащить. Так что дудки. Это великолепный вечер будет наш. Да. Не, ну мы можем, конечно, уйти, можем. Но ты же мне обещала вечер. Есть ли? О, правильно, суп. Потом салатик горячий. Риточка, какая встреча. Добрый вечер. Такая встреча, а я вот тут как раз с твоим... Мужем. Бывшим. Ты мне не говорила, что он твой бывший муж? Ой, да ерунда. Ой, я такая неловкая. Извините, прям не знаю, что со мной сегодня. А твой тоже ничего. А вы буддист? Ну да, такое. Ну, не будем вам мешать. Пойдем веселиться. С удовольствием, Танечка. Мне нравится ваша неловкость. Пашенька, еще выпьем? Да, еще. Да, да. Что ж за вечер сегодня-то такое, а? Что не рожа, то Сережа. Серега, прости. Танечка, хотите шампанское? С удовольствием. Официант, шампанское нам. Ой, оперативно. Шампанское. Он безработный. Интересно, за чей счет он пьет? Это французское, конечно. Ну что же, на женщинах разве можно экономить, правда? Ну что, а что мы так сидим? Давайте сядем поудобнее. А давайте. 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 Так же лучше? Намного. И что за вас? Вкусненько. А может еще по глоточку? Ой, с удовольствием. Только секундочку, я носик припудрю. На здоровье. И мигом. Одна нога здесь, другая там. Да, я жду. Паш, ты куда? Сейчас. Придавило уже. Подышать надо, подышать.
тоже не в восторге от этого свидания. Предположим. А почему я именно с вами это должен обсуждать? Ну, я не знаю, как вы, а лично я не собираюсь сидеть и смотреть на их кислые лица. Да? Да. Я гляжу, вы мужчины интересны. Ну, такая. И заслуживаете более темпераментной спутницы, чем эта сушеная вобла. Вы же мне поверьте, я в этих делах профессионал, поэтому у меня предложение. Какое? Сосчитайте нас и вот этот столик. Сбежим отсюда. Я знаю выход. Я в узел закручиваться умею. Да? Mm-hmm. Да еще черт с ней. Чего он будет действительно? Вот пусть сидят и ждут нас, как идиота. А, сдачи не надо. Спасибо. На здоровье. Свидание удалось. У тебя, кажется, тоже. Да. Но могу я хотя бы проводить даму домой? У тебя что, денег нет заплатить, да? Вот так и скажи, ладно? Ну, зачем ты так сразу? Ну, вот ты опять начинаешь. Я уже все давно оплатил. Да, все нормально. Что насчет проводить вас, тебя? Ну, не знаю. Хотя, я тоже просто хотела прогуляться. Ну, конечно. Сумочку возьми мою. Ну, рани только. С чего бы это? Не надо пока. Мы пройдемся. Так что, заказ отменить? Ни в коем случае. А вы езжайте за нами. Подожди. Ты что, заказал машину? Да. Я не знал, что ты заказал машину. Ну и что? Это дорого. Да ладно, деньги – это ерунда. Но ты же хочешь пройтись. Тем более, погода такая славная. Ты эту машину для нее заказал? Для кого для нее? Вот для этой, вот этой, вот этой, вот этой! Тихо. Не начинай. Хорошо, пойдем. Мы на вы или на ты? Я еще не знаю. Поехали, поехали. Господи, боже мой, какой ужас. Неисправимый мужчина, совершенно. Ты мне уже однажды это говорила. Да. И еще много обидных слов, помнишь? Да, помню, помню, когда я тебя отправила купить Катеньке кроватку маленькой, а ты завалил всю квартиру цветами. Слушай, ну, кроватки есть у всех, а комнаты с цветами нет, не у всех. Знаешь что, зато потом Катя полгода с нами спала. Ну, и выросла нормальной, хорошей девочкой. Ну, отпусти ты эту машину, ну, хватит выпендриваться. Так, не начинай, а? Я сказала, отпусти машину. А ты можешь не командовать, а вот просто расслабиться и идти. Какой прекрасный вечер. Помнишь, как мы с тобой из кинотеатра бежали, когда ливень промокли, помнишь? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Может быть, и чего-нибудь? Молочка. Может, кофейку подлить? Не-не-не, достаточно. Вот молочка. Чуть-чуть, все-все. А что это ты сегодня поставила? Праздничный сервиз? Ну, просто у меня праздник.
Да? Угу. Значит, у меня тоже. Да. Очень вкусно. Конечно. Это же единственное, что я умею готовить. Зато как? За нас? Ага. Горько. Может, молочка? Ага, горько. Молочка? Угу. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Пошли, пошли. Пойдем. Садись. Садись. А нет, меня пусти. Тебе? Что? Куда ты? Сюрприз, сюрприз. Что это? Да ладно, это... Открывай, открывай. Это то, что я думал. А как... Мамочка моя! Вот это да! Ну, ты знаешь, Рит, об этом я даже не мечтал. Я хотел просто новый крейсер, а это же... Это же витрина. Да, вот видишь, с ключиком закрепиться можно. Вот это да. Ну, это... Рит, спасибо, а? Представляешь, как красиво монетки будут смотреться? Да, очень-очень красиво. Давай, раскладывай, я посмотрю. Ну, давай потом как-нибудь. Ну, я сейчас просто не помню, в какую коробку я положил монеты. Сережа? Что? Ну, этого не может быть, чтобы ты не помнил, в какой коробке у тебя монеты. Слушай, это изумительно. Я... Вот. А что случилось? Да ничего. Ну, просто сейчас не хочется. Это... Ну, просто сейчас мне нечего туда положить. Ну, я... Как? Продал свою коллекцию. Так бывает, ну что, ну, все коллекционеры иногда так поступают. Мне нужны были деньги, там... Ну, вот тогда, на ресторан. А, это вот с этой вот, да? Нет, это ради вот этой. Вот этой? Да, потому что я не мог позволить, чтобы ты там сидела с этим хамом вдвоем. Не мог. Сереж, ты знаешь, я должна тебе сказать, что ты неисправимый романтик. Знаешь, из-за чего я хотела с тобой разойтись? Вот только вот из-за этого, понятно? Да. Да ладно, да бог с ним. Риэлтор. Алло? Да, конечно. Спасибо. Да, непременно приедем на сделку. Ну все, с документами все в порядке, мы можем ехать и оформлять сделку. Ну я поздравляю тебя. А я тебя. Ну что? А, подожди. Мы же вот на этом месте отмечали, да? Да. Когда въехали в эту квартиру. Вот тут? Прямо здесь. Прямо здесь? Тоже жалко как-то из этого места уезжать, да? Магазин, поликлиника. Детский сад. Детский сад. Ты помнишь? А ты помнишь? Я тебя чуть не... Ты помнишь, как ты вез Катьку из детского сада и потерял? Ой, ужас. Я, главное, санки тащил. Угу. Думаю, что это Катька притихла, наверное, и скорость нравится. Да. А повернуться не пробовала посмотреть, ребенок, на месте или нет? Так потом повернулся. Ну да, потом. Когда я тебя вот тут встретила, вот на этом месте. Вот. Нет, там вот, да, чуть не убила вот там тебя, между домами вот там чуть как раз ты мне разгон вот, устроила. Конечно. Да. Представляешь, ты едешь мне навстречу, а ребенка нет в санках. И вот что мне было? Мы бегали, искали по всему парку. Бедный ребенок. Да, с этим местом много связано. Рит, чего? Чего-то мы загрустили.
Давай-ка выпьем. Повод-то радостный. А то сидим как на похоронах. О! Ну что, вас можно поздравить? Простите, попозже зайду. Господи. Как-то странно, Сережа. Я так об этом мечтала, а теперь почему-то радости не испытываю. Ну так давай не пойдем, давай вернемся. Нет, что ты. Столько этого добивались. Нет, пойдем, пожалуйста. Дверь открой, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, здравствуйте, пожалуйста. Спасибо. Вот ваш договор. Вот ваш договор. Угу. Знакомьтесь, присаживайтесь. Спасибо. Внимательно изучайте. Угу. Ангелина Ивановна. Да-да. Вот, взгляните. Вот. А где? Где этот? А где же тот самый, да, который? Он немного задерживается. Просил начать без него. Что? Вот это непонятно. Второй. Сейчас, подожди. Да, действительно, вот смотрите, второй пункт. Тут написано, что покупатель осмотрел квартиру и претензий не имеет. Не имеет. Но он не смотрел квартиру. Может быть, при тебе смотрел? Нет, нет. Вы не волнуйтесь так. Раз он покупает, значит, он знает, что делает. А вот еще. На момент заключения настоящего договора не должно быть никаких задолженностей по коммунальным платежам. У нас за электричество. Да, за прошлый месяц точно задолженность. Может быть, мы тогда отложим сделку? Ну, зачем сразу откладывать? Вы погасите задолженности, дело с концом. Ну, если вопросов больше нет, приступаем к подписанию. Прошу. Я? Да. Ну, может быть, дамы вперед? Нет, нет, я еще не прочла до конца. Нет, я не могу это подписать, простите, пока я не увижу того, кто покупает мою квартиру. Вы знаете, да. Да. Вот хотелось бы очень увидеть вот этого нашего благодетеля. Да? Да, Маргарита Евгеньевна. А, Вячеслав Алексеевич. Добрый день. Добрый день. У нас уже все готово. Вот ваш договор, можем подписывать. Присаживайтесь. Привет, а ты какими судьбами? Ну как, какими судьбами? Покупаю вашу квартиру. Ты? Ты? И молчал? Нет, подожди, как? А откуда, с чего ты взял, что мы готовы тебе продать квартиру? Если бы мы знали, что это ты покупатель, вот мы бы еще 100 раз подумали бы, продавать тебе или нет. Да. Подождите, ну вы же сами хотели разъехаться, только об этом и говорили. А я помочь хотел. Кредит специально взял. А кто тебе сказал, что нам нужна помощь? А? Это какая-то наглость. Втерся в нашу семью? И теперь пытается прибрать к рукам нашу квартиру? Это просто нагло. Пойдемте. Нет, Сергей Владимирович, пойдемте. Права. Нет, как будто мы уже померли. Что? А вы о Кате думали? Ведь для нее эта квартира очень важна. Дай руку, пожалуйста. Что? А я просто думаю. О чем? А зачем? Почему они вот так набросились на этого Славу-то первому? Ну, не знаю. Что? Сережа, тебе расскажу, может, я тебе задала вопрос, чтобы услышать это не знаю. Скажи, пожалуйста. Ну, я говорю то, что думаю. Как что ты думаешь? Как? Я тебе задаю вопрос. Зачем мы набросились? И слышу вечно любимый твой ответ. Не знаю. Ну, если я действительно не знаю. Ну, я просто не хочу тебя обмануть. Ты можешь понять это или нет? Хорошо, все. Рит. Вы бы видели ваши лица, когда я вошел. Да. Да? А ты бы видел свое, когда мы на тебя набросились. Да. Да. А главное, что мы ожидали видеть кого угодно, только не собственного зятя. Да, ты уж нас прости, что мы набросились на тебя. Да, прости. Да ничего, я уже начал привыкать. Просто в этот момент мы с Маргаритой Евгеньевной поняли, что
Мы не хотим уезжать друг от друга. Да? Угу. Я так и понял. Рит, что? Смотри, вот какой цвет получается. Там было написано «золотая олива», а ну? Это какой-то бежевый покой. Не, ну подожди, ну может он когда высохнет, он… Смотри, он когда высыхает, смотри, вот здесь золотой получается. Смотри, вот здесь. Ага. Господи, что это? Да это Славик упал. Слава, с вами все в порядке? Да все с ним нормально, Рит. Ой, кого-то он мне напоминает. Катя. Тише. Сюрприз. Привет. Привет. Я смотрю, вы тут не скучали. Да. То есть с квартирой все получилось, да? Нет. Что значит нет? Вот а подсох тебе такой, вот, кажется, в розовинку в какую-то даже. Видишь? Ну, понимаешь, появились непредвиденные обстоятельства. Славик, какие еще обстоятельства? Они у тебя всегда есть и всегда непредвиденные. Ну, понимаешь, я целыми днями занимался квартирой. Вещи возьми. Просто продавцы оказались безответственными. Что значит безответственные? Вот идем, я тебе покажу. Идем. Осторожно. Катька! Катька приехала! Привет. Катька не предупредила! Привет, мой... Ну что, ну, ты что не предупредила? Ты не позвонила. Я не хотела сделать сюрприз. Сюрприз. Сюрприз удался. А мы не успели ремонт. Что вы тут затеяли на кухне? Как что затеяли? Мы хотели, чтобы вы со Славиком пожили здесь у нас, пока не найдете вариантов. Вот. А тем более, что три недели нас здесь вообще не будет. Да, нас три недели. Подождите, стоп, стоп, стоп. Стоп, объясните мне, что тут происходит. Ну, мы уезжаем на три недели. В свадебное путешествие. В свадебное путешествие. То есть вы снова вместе? Да. Да. Ребята, как я за вас рада! На, Славик твой, золото. Да? Ты знал? Да. Ну, знал. Знал. Знал и ничего мне не сказал, иди сюда! А ты тоже ничего не сказал про Славика. Славик, у тебя золото, да, хорошее. Да, Славик. Чего мы стоим? Давайте сядем. Да, давайте.